Всем добрый день. Как моя мама говорит, дождалась помощи. Я сегодня не готовила. Я и вчера, и позавчера не готовила. Я уже забыла, когда я последний раз готовила. Лолиточка мне приготовила, ну не мне, а давно приготовила покушать плов и потушила курочку. Все, сейчас тетюля сядет снимать пробу, дегустировать. Хорошо, да, когда дети выросли. Одна обеды готовит, вторая дом убирает. У нас с Каринкой тоже так было. Я все время дом убирала, я больше уборщица, чем повар. А Каринка готовила вкусно всегда нам. А сейчас, дети, а сейчас занимайся чем хочешь. Живи в свое удовольствие. Мои удовольствия на сегодня. Мне нужно... у меня небольшой ремонт идет в квартире. Мне нужно поехать купить прокладку на сифон, герметик. А, это не мне нужно поехать купить. Это я мастеру позвонила, он уже все сам купит, привезет. Мне нужно поехать купить краску белую водоэмульсионку. Мы залили соседку, мы сделали ей ремонт. Осталось покрасить, там, говорит, на окнах остались подтеки. Я говорю, ну я краску куплю, вы там уже сами закрасьте. Она говорит, хорошо, без проблем. Так что сейчас я покушаю и поеду по делам. Карина высадила от ветра ливень, когда был у нас сильный ветер, ромашка поломалась. Она уже даже не пахнет, только мушки надели так. Ну что, будем обедать? Мукбанг устроим? А почему нет, да? Сейчас минутку я куда-нибудь поставлю. Штатив у меня в машине. В машину я, конечно, не пойду. Сейчас так выставим, чтобы мой красивый второй подбородок был виден. И будем обедать. Я выгуливаю свою красивую футболку всю сразу. Ну, что делать? Купила, можно носить. Смотрите, ребенок, он какой рис сварил, рассыпчатый. Взяла тарелку маленькую, десертную, не обычную тарелку на вторые блюда, а десертную тарелку. В нее помещается достаточно много, и нужно все равно вес свой контролировать. У меня эта девушка, которую я вчера в парке увидела, сняла перед глазами, какая молодец. Мы примерно одного возраста, ну так вот, навскидку. Фигура у нее идеальная. Животик плоский, ни бока, ничего не видны. Что ты купила, Лоли? Я чуть не взломала там дверь на почте. А что это? У них до двух перерывов. Да. Ай, там нет замка. На почту Карина опять купила какие-то цветы. Боже мой, она только зарплату получит, сразу покупает все для сада, все какие-то подкормки, инвентарь купила. Вот и тут у нас был брызгалка, как она правильно называется, распылитель. Перчатки себе там какие-то супер-пупер купила, какие-то витамины, подкормку. Землю, как это еще называется? Какую-то специальную землю купила. Сейчас какой-то цветок заказала. Я говорю, слушай, а хватит деньги тратить. Только зарплату получит, сразу бежит все какие-нибудь цветы, какие-нибудь растения покупает. Лолитка что-то там накупила нам. Сейчас покажу. Сегодня будет такой ракурс. А, сметанку купила. Это она, наверное, зятю купила две булочки. Она обед приготовила. Сейчас повезет, он у нас на дежурстве, повезет папу своего кормить. Контейнеры купила. У нас постоянно контейнеры куда-то деваются. Контейнеры в нашем доме живут своей жизнью. Бананы. Ну, все, что папочка любит, все папочка купила. Я там забыла, но ему спать. Хорошо, умница. Все, а мы садимся обедать. Вы будете обедать, Зя? Я нет, я подвезу попить.
А где контейнер? Я контейнер Карина взяла, посадила орхидеи. Вспомнила, один, под один контейнер она рассаживает орхидеи. Сюда вот папе уже хватит еды тут лить? Конечно, хватит, только ты новая. Конечно, я думаю, кипятком кстати. Да. Вот еще на это дело у нас контейнеры уходят. Ну все. А я хочу кушать. Мама не зря говорила, купи контейнер. Ну тот, который она взяла под орхидею, он лопнул. Из-за этого она взяла. Да. Нужно вообще поехать туда. Я хочу себе и миски купить. Вот эти эмалированные тазики. Это я просто взяла, хорошо, что взяла. И контейнеры надо купить. Хочу поехать в Унидом. Миски. Мисок нормальных нет. Все эмалированные тазики. Тазики, я миску говорю. Все эмалированные тазики отбиты. А у меня вот новых только два эмалированных тазика, которые мы с вами вместе покупали. Все, кушать хочу. Так, рис. Курочка. Сейчас покушаю и обещала ж поехать поснимать магазин. Обзор посуды. Но чуть-чуть не получается. Вот сейчас я просто сижу и жду мастера. Мастер, как сказал, когда от основной работы освободится, он мне наберет, и мы поедем на квартиру. Я боюсь, я сейчас поеду снимать, а если он мне позвонит, скажет, Нарина, я освободился. А этот магазин, он на Лире, он в конце города. Короче, оттуда. А сейчас, если еще попаду в пробку, это мне полчаса минимум оттуда выезжать. Из-за этого мы ждем. У вас голова не кружится? Я извиняюсь. Из-за этого мы ждем мастера. Так, еще у нас базилик со своего огорода. Лариточка, когда готовила, пошла нарвала. Нужно, там столько много травы, нужно нарвать и высушить, чтобы у меня зимой был сухой базилик. Так, порция. Все, садимся обедать. Положила два кусочка маленьких курочки и риса. И такое впечатление, что у меня полная тарелка еды, да? Это все потому, что тарелка десертная. Лариточка, вкусно, умница. Спасибо. Ларит, ну вы перед отъездом покушайте, чтобы я спокойно была. Что... перед отъездом? Я просто развозить, я же не буду там находиться. Ты ее отвезешь и домой да. Потом приедешь? Может, и я тогда с вами поеду? Как хочешь. Но я сейчас папе еду отвезу, а мне в 15:30. А папа до 15:30 не подождет, чтобы одним разом? Папа голодный, так я не обижаю в чем-то. Все, я тут как это, как дети попадают. Магазин игрушек такие. Красивые, да, резинки? Я помню, когда детьми были, самое любимое было, когда перед 1 сентября ходили, выбирали карандаши, ручки. У меня очень много тетрадок так и оставалось. Новыми. Не распечатанными. Не ходить по магазинам покупать. Это другая тема. Так. Сколько мольберов. Китики какие красивые. Какие пакетики. Так, что тут еще интересного есть? Это у нас канцелярский магазин. Всякие слаймы.
Слава богу, у нас дети уже выросли с того возраста, я помню. Посмотри, какие пакеты красивые. А что это? Фирма какая-то, да, специальная или что? Не знаю. Я себе резинку хочу. Помните, раньше было? Когда мы были детьми, помните, у нас мода была резинки только с шарами. Я помню, боже мой, каких только цветов у меня не было. Ой, смотри, воробей залетел в магазин. Ух ты! Воробей, да? Ой! Так, рюкзаки. А ты что ищешь? Ты что искала? Это, посмотрела папки, файл? На кассе. Да? Слушай, такой магазин хороший. Тут и краски, и все, что хочешь. А чё мы в Пятигорск ездим? Что у нас в Пятигорске? У нас в Назимцево такой магазин есть хороший. Тут для художников, чего только. А мы как привыкли в Пятигорск в акварель ездить. Малитка последний раз сюда приезжала, говорит, у нас тетя Назимцева такой магазин хороший. Думаю, загляну, поснимаю, что тут у нас. А у нас тут все, что хочешь, есть. Подожди ты! Такая посылка большая. Там три цветка. А. Это сирень? Сирень, клематис и что-то еще. А мы же клематис уже покупали. Ну я был там один. Ну тут будет без этого. Слушай, там же без горшка. Без горшка? Угу. Хоть бы нормальные были. Ого! Вот это клематис, они подписаны, смотри. А это что за муж? Он желтый, нет, сирень вот эта, по всей видимости. Что-то тут подарок есть, потому да, что вот я... Подписано. Вот маленький принц, вот сирень, это маленький это принц, да. Вот это клематис. Клематис. А вот это подарок, скорее всего, да? Да, вот это что-то я... Сейчас я посмотрю, что я у нее заказывала. А он желтый, он не подвявший? Ну, надо полить, поэтому я переживала. Он вчера еще на почту к нам пришел. Что-то ну, хорошо, смотри, ничего не помялось, ничего не поломалось. Да, в очень хорошем состоянии. Пойдем сажать? А дай я это, чтобы не открывала, или ты тот доешь? Ага. Вкус детства, да, кукурузные палочки. А у нас были в картонной коробке, и самое вкусное было на дне. Да, в картонной квадратной коробке. Вкуснятина. Сейчас кукурузные палки покушаем и пойдем высаживать. А ты огурцы купила молоко? Свежие сиди. Укропник свежий положил. Свежий. А вот сюда в это стоит. Ну, если оно закончится. Поехать, оно все закончится. Па, будешь эти палочки? Не хочешь? А сок гранатовый? Я только положила, необходимость. И вот в бутылке выпью. А тебе понравился, Валитка, гранатовый сок? Да. Где мы выбрали? Ты гранаты. Да. Не, ну если мне не кислит, то не все, они сели обедать. Я
Обедать не хочу, потому что я уже обедала. Два раза же я обедать не буду. Сейчас пообедаю, потом уже пойдем цветы сажать. Заехала в магазин, хотела купить краску. У меня, знаете как, только покрашусь, у меня недели через две уже седина про это пробивается. Я же бытовой краской крашусь. Заехала, думаю, возьму с двумя нулями, ну, профессиональную возьму, чтобы хоть седину толком, даже закрасить не могу. Не было по одной краске в наличии, одна мне мало. Ну, на корни бы хватило, но я хочу и цвет протонировать. Когда краску меняешь, нужно не только корни, и цвет тонировать. В наличии не было краски. Вернулись. Сейчас девчонки пообедают, посадят цветы, поедут на йогу. А я уже через часа два, это у нас соседские дети, а я уже через часа два или через три поеду за Людмилой. За моей моделькой. Ну все, на этом буду прощаться. Большое спасибо за лайки, за подписки. Отдельное спасибо за комментарии. А, нет, не прощаюсь. Хочу поздравить Наташу Чернышову с днем рождения. Наташечка, желаю тебе всего самого прекрасного. Пусть исполняются все твои мечты. Если у тебя есть детки, пусть они растут здоровыми, красивыми, успешными. Только радуют тебя. И всего тебе хорошего. Если ты молодая девочка, желаю тебе найти твою вторую половинку и быть счастливой в браке. А всего тебе прекрасного, самого прекрасного. Все, увидимся завтра.